Приветствую вас на канале Hard Reset Info, и сегодня я вам покажу, как на устройстве Xiaomi Mi Smart Speaker отключить устройство от сети Wi-Fi, которое оно подключено. Для этого открываем приложение Google Home, затем переходим в нашу колоночку, затем переходим в ее настройки, затем сведения об устройстве, и видим здесь Wi-Fi, видим, к какому Wi-Fi подключено, и возле него видим кнопочку «Удалить». На нее нажимаем, затем «Удалить сеть». И таким образом мы отключаемся от нашей нынешней сети Wi-Fi. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!